Итак, Vertiq 2. Горят два светодиода. Зеленый и красный. Подключаем к зарядку, к вертикализатору. Даже если он просто собранный. Так. Воткнули зарядку. Зарядка, соответственно, не пошла. Вентилятор не крутится. Пытаемся включить кнопку. Кнопка не загорается. Что нужно сделать? В задней части, здесь, где задний бампер, нужно засунуть руку и включить автомат. После того, как мы включили автомат, у нас ничего не происходит. Зеленый и красный светодиод горит. Включаем кнопочку. И начинают гореть два красных светодиода. Вот когда один из них станет зеленым, зарядка закончена. Сейчас зарядка точно идет, потому что шумит вентилятор. Итак, действие номер раз. Это включить автомат, который здесь находится. Действие номер два. Нажать красную кнопочку для того, чтобы запустилось. И действие номер три. Подключить зарядку. Дождаться, пока она полностью зарядит. И теперь самое интересное. Я вам покажу, где же находится сам автомат. Он находится вот здесь. Сзади. Он включен. Для этого не обязательно снимать заднюю крышку. Зарядка идет. Все работает.